Во Владикавказе могут построить спортплощадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. С авторами проекта, с Сусланом Габуловым и Ирмой Гаугаевой, встретился Сергей Миняйло. Глава инициативу поддержал, назвал ее интересной и нужной. Однако социальный проект необходимо тщательно проработать. После для его реализации авторы смогут воспользоваться господдержкой. По замыслу площадка будет работать в летний период и под открытым небом.